Друзья, всем привет! Канал «Раз, два, три, четыре, пять» вышел «Зайчик погулять». Сегодня мы показываем елочные игрушки. Елочные игрушки у меня их 4 штуки. 3 на прищепке и 1 на подвесе. Посмотрите, это у нас, по-моему, дядька Черномор... Не Черномор, этот, как его? Руслан Людмила. С длинной бородой. Ну, посмотрите, яркое, замечательное. Ну, мне кажется, что эта игрушка восстановленная. А может и нет. Пахнет она, правда, химией, эта игрушка. Все, фокус гуляет. Вот такая красота. Вот такая красота. А, друзья, напомню, что мы на канале «Раз, два, три, четыре, пять» вышел «Зайчик погулять». Подписывайтесь на этот канал, друзья. Поддерживайте его. Благодарность тем, кто подписался, смотрит нас. Очень ярко, как будто вот взяли и вчера выкрасили. И даже, смотрите-ка, краска вот на этой веревочке, по-моему. Я что-то не вижу. Да, наверное. Наверное, скорее всего. Но, тем не менее, игрушка красивая. Недорогая. Я их сейчас одним лотом сниму. Друзья, подписывайтесь на канал. До свидания. Спасибо. Всем спасибо.